В Чехии разбился многоцелевой истребитель венгерских ВВС. ЧП произошло в городе Часлав, это центральная часть страны. Saab GAS-39 потерпел крушение при заходе на посадку. Оба пилота успешно катапультировались. Жертв и пострадавших нет. Сейчас в Чаславе проходят совместное учение пилотов из Чехии, Швеции и Венгрии. Ранее сегодня в Индии разбился Су-30 местных ВВС. Также обошлось без жертв и пострадавших.